Всем привет! 3 января 2022 год. Я на Шри-Ланке. Сейчас нахожусь в районе Бентоте, на косе. И вот на этой косе находится несколько пляжей. В середине косы находится Вентура-Бич. Далее, к концу косы, туда к храму, он переходит в Бентоте-Бич. Вот такие пляжи здесь на косе. На одной стороне там широкая береговая полоса, не сильные волны, народу мало, много отелей таких небольших. Вот такой вот широкий спокойный пляж Вентура-Бич. Ну, видите, народ далеко ушел в море, а там еще мелко. Волн нет, надеюсь, обратного течения тоже нет. Широкая береговая полоса, красивая вода, но сейчас переменная облачность, почти пасмурно, соответственно, такой красоты воды нет. Дорога по косе комфортная, выложена плиткой такой, а-ля кирпичами, как собянинской плиткой. Много очень лежачих полицейских, чтобы не гоняли ни на байках, ни на тук-туках. Вентура-Бич.